Встречаются команды футбольного клуба «Торпедо Владимир» и футбольного клуба «Муром». Вот ты раньше был. Yeah.
смотрим сейчас на электронное табло. 45:00, и арбитр добавляет 10 минут. Завершал первый матч. Номер 23, Никита Голов. Главный тренер команды футбольного клуба «Муром» Евгений Николаевич Перевертаев. На сегодняшнем матче работает судейская бригада в составе. Арбитр в поле Станислав Исаев, Великие Луки. Ему помогают Андрей Савин, Санкт-Петербург, и Егор Марьев, город Кострома. Команда «Торпеда», город Владимир, 2-1. Сегодня сильнее! Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности жизни и здоровья иных лиц, находящихся на стадионах. Запрещается бросать предметы в направлении зрителей под действие окружающего табачного дыма и последствия потребления табака, курения табака на территориях и в помещениях, предназначенных для услуг физической культуры и спорта, запрещено. На стадионе ведется видеонаблюдение. Благодарим вас за понимание и сотрудничество. Делать в этой игровой ситуации еще один угловой. Thank you.
Уважаемые любители футбола, футбольный клуб «Торпедо Владимир» совместно с сетью пиццерий «Папа Джонс» разыгрывали призы в наших социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграме. И у нас есть победители, которые первыми угадали результат сегодняшнего матча. Дмитрий Серегин и Алексей Дерчев, если вы находитесь на стадионе, пожалуйста, подойдите за получением призов для футбола от футбольного клуба «Торпедо Владимир» и сетью пиццерий «Папа Джонс».